А на въезде в Северодвинск задержали наркокурьеров с крупной партией запрещенного вещества. При досмотре автомобиля «Шевроле» с тремя пассажирами в салоне сотрудники полиции нашли наркотики, а также приспособления для их фасовки и курения. В ходе личного досмотра у двух пассажиров также были изъяты наркотические вещества в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет тюрьмы. Напомню, недавно в Северодвинске задержали еще одного мужчину, также с крупной партией наркотиков.